Всем привет! Меня зовут Сергей, я один из основателей компании «Супертяж», и с вами программа «Что для вас приготовить?». Меня зовут Юлия, и я шеф-бариста сети «Супертяж». А готовить мы сегодня будем классический хот-дог, и впервые к нам пришла наша прекрасная шеф-бариста, и она приготовит нам напиток. Это будет освежающий летний чай с пюре манго. Супер! А для этого нам понадобится... Для того, чтобы приготовить освежающий напиток, нам потребуется заранее заваренный зеленый чай, немного лимона, пюре манго, листья мяты и сахарный сироп. Для классического хот-дога покупаем датскую булочку, сосиску, листья салата, свежий огурец и капусту, морковь по-корейски, горчичный соус и майонез. У нас сегодня интересный, необычный выпуск. Он будет без ножей, без плит. Я буду собирать классический хот-дог. Все ингредиенты у меня заготовлены заранее. Это нашинкованная белая капуста, морковь по-корейски, тонко нарезанный свежий огурец, слегка поджаренная колбаска, разогретая булочка для хот-дога и лист-салат. Что у тебя? Мне для этого понадобится заранее заготовленный зеленый чай, лимон, сироп сахарный, пюре манго и свежая мята, также кубики льда. Юль, я предлагаю начать с хот-дога. Я начну его собирать и буду тебя еще пытать вопросиками. Отлично. А потом ты сделаешь нам вкусный освежающий чай со льдом, чтобы лед не растаял, да? Уже в конце, когда хот-дог будет готов. Итак, начинаю с хот-дога. Быстро проговорю, что на дно у нас идет капуста, кетчуп, майонез, горчица. Потом идет лист салата, колбаска, огурцы, морковь, три соуса, и хот-дог готов. Все очень просто. Теперь я его собираю, а ты, пожалуйста, расскажи про себя. Я так скажу, Юляша – это такой собирательный образ у нас прекрасного человека. Все в команде знают тебя как Юляша, да? Расскажи просто, как ты попала к нам в компанию? Чем ты сейчас занимаешься? Я попала в компанию примерно 3 года назад. Я пришла на должность бариста. До этого никогда не работала бариста, но всегда хотела попробовать и выбрала именно Супертяж как компанию, где я хотела бы попробовать работать. Я поработала 1 год баристом. Мне безумно нравилось, меня вдохновляла моя работа. Я каждый день приходила с настроением таким прям работать, радовать гостей напитками и своей улыбкой на кассе. Спустя год мне предложили поработать администратором. Поработала 1 год администратором, и мне предложили должность как шеф-бариста сети Супертяж. Для меня это было что-то новое, очень интересное, и я согласилась. Это был такой своеобразный вызов для меня, попробовать что-то новое. У меня уже почти готов хот-дог, лист салата, с одной стороны огурчики, с другой морковка. Сейчас полью сверху соусами, и все будет готово. Супер. Вот, расскажи, пожалуйста, у нас запустилось же новое сезонное меню. Как ты его придумываешь, тебе приходят эти идеи, где ты черпаешь вдохновение под это все? Что будет в новом меню, расскажи, пожалуйста. В новом сезонном меню мы вдохновились манго. Почему? Потому что манго — это ярко, это сочно, это по-летнему. Это очень необычно, не в каждом заведении есть напитки, которые на основе пюре манго, сока манго. Да. Итак, наш прекрасный хот-дог готов. Юля, я теперь с удовольствием послушаю, как ты готовишь чай, посмотрю. Тогда начинаем. Для приготовления чая нам понадобится 1 долька лимончика. Да. Мы его выдавливаем, добавляем льда. И нам понадобится 40 мл сахарного сиропа. А сахарный сироп мы делаем? Сахарный сироп мы делаем самостоятельно. На 1 кг сахара необходимо 400 мл кипятка. Далее нам понадобится 25 мл пюре манго. Пюре манго продается в любом магазине, правильно? Да, абсолютно верно. И также нам понадобится 10 лепестков мяты, которые придадут нам свежесть в напитке. Мяту через хлопочек? Конечно. Через хлопок мята дает больше своего аромата и свежести. И далее нам понадобится заготовка зеленого чая, который мы наливаем в стаканчик. Все тщательно перемешиваем. Украшаем сверху мятой. И наш освежающий летний напиток готов. Вместе с хот-догом будет отличное сочетание. Великолепная комбо. Юля, я заготовил трубочку, чтобы попробовать твой интересный чай. А ты пока расскажи мне, пожалуйста, за что тебя все-таки любят все сотрудники нашей компании? Я считаю, что все сотрудники меня любят за то, что я всегда прихожу в кафе с позитивом, всегда с улыбкой. И не важно, что, возможно, происходит у меня внутри, я всегда стараюсь поднять настроение сотруднику, потому что сотрудник, который улыбается, дарит эту улыбку нашим гостям. Красота. А я думаю, тебя все любят за прекрасный чай. Я точно. Спасибо большое, что оценили этот напиток, а всех наших гостей приглашаю попробовать вкус лета, ведь у нас в меню есть очень много напитков на основе манго. А также попробовать классический хот-дог во всех наших кафе. Всем приятного аппетита, пока-пока!